вот, чтобы проверить, насколько петличка защищена от ветра, а ветер сейчас очень сильный, пройдусь с этим агрегатом, посмотрю, как полощет ветром. Полощет даже очень сильно. Теплицу порвало, оказывается, очень сильно. Я думал, что меньше, но порвало даже очень хорошо. С одной стороны, теплица это на убой, с другой стороны, конечно, ее еще надо будет подвосстановить. И даже сегодня придется восстанавливать. Не очень хорошо. Надеялся, что ее порвало меньше. Тут даже видно, что ее порвало сильно, порвало много. Я говорю, заходим мимо дверей, любуемся на весь этот бардак непрерывно. Так что, ну, ветер дует, петличка работает. Посмотрим, к чему это все переведет. Ну и так, обзорно, против ветра, глянем на остатки огорода, которые еще следует разработать. Вот сейчас очень сильный поток ветра в живот. Не исключено, что и петлица будет свистеть. Но, по крайней мере, как бы было свистело в камере, это намного сильнее. Вот так, по ветру. Вроде телом закрываю петличку. Ну что, просыхает. Теоретически земля уже просыхает, и даже очень хорошо. Горчица, которая была посажена в прошлом году, она вся, в общем-то, приподнимается опять. Может, не вся, но, по крайней мере, следы какие-то горчицы есть. А может, не горчицы, а бурьяна. Потому что если так вот дальше по полю пройтись и посмотреть, следов здесь очень-очень много. Ладно, первый обзор, как работает петличка.